И вот языги пришли на нас, с сильной конницей и бесчисленной ратью. И тьма за тьмой потекла и продолжала течь на нас. И не имели мы иной помощи, кроме как от Буса. Бус повелел нам, и удестерили силы, и потекли мы на них. Это Белобог повел наши рати и конницу. И тут мы увидели бывших в лесах волшебниц, пришедших к рати и взявших мечи. И видели мы кудесников, творивших великое чудо. Мы видели, как из горсти праха земного, поднятого ими к небу, встают сворожьи рати. И текут они на врагов и ввергают их в могилу. И тут мы увидели птицу великую, летящую к нам. И бросается на врагов и бьет крыльями Матерь Сва. И кличет нам, чтобы мы шли за землю нашу и бились за очаги нашего племени. Ибо мы, русичи, собирайтесь и теките, братья наши, племя за племенем, род за родом, и бейтесь с врагами на земле нашей, которая принадлежит нам и никогда иным. Здесь и умрите, но не поворачивайте назад, и ничто вас не устрашит, и ничего с вами не станется, потому что вы в руках сворожих. И он поведет вас во всякий день к схваткам и сражениям многим. И всякий раз, когда приходил враг на нас, мы сами брали мечи и одерживали победы.